Не могу вот так сзади тихо подойти и убить его. Кто здесь? Убить. Короче, я пока искал кнопку, как его втихаря убить. Понял, что проще просто выстрелить. Всем привет, друзья, с вами по-прежнему Бабай, и мы продолжаем проходить метро 2033. И перед началом видеоролика хотел бы передать огромное спасибо чуваку с ником Гефеню, некоторые его комментарии вы можете увидеть сейчас на экране, который написал целую кучу советов под всеми видеороликами по метро, которые я теперь буду применять и, надеюсь, буду меньше тупить в этой игре. А теперь погнали, у нас сегодня миссия Форпост. Если я не ошибаюсь. Вот, и нам придется выйти наружу. Кто это там говорит? Что это за типы? Так, стоп, меня заметили. Это надо, наверное, как-то по стелсу пройти. Мне так кажется. Сейчас я потихоньку постараюсь их всех как-то обойти. Так, не получилось, меня заметили. Ясно? Не получилось, значит, не получилось. Мне там рассказали, что чтобы получить хорошую концовку, надо не убивать красных и стараться не убивать монстров. Я не знаю, красные это или не красные. Я старался их не убивать. Но, увы. Так, стоп. Я тут использую патроны, которые используются как валюта. Вот, наконец-то. Теперь нормальные патроны. За это тоже большое спасибо Гефеню, что подсказал. Хорошо. Так, откуда еще? Вот там где-то. А, вижу, вижу, вижу. Так, опять немного отвык от игры. И надо по новой привыкать. Умри, сука. Так, вот там вижу еще один. Отлично. Хорошо. Так, все умерли? Нет, еще кто-то там стреляет. Я вижу свет от фонарика, но не вижу его. Он где-то здесь. Походу. А вот вылез. Надеюсь, это были не красные. Скорее всего, хорошую концовку я себе уже давно запорол. Но сейчас все же буду стараться как-то... Что могу, то делать, знаете. Солнце слепит. Ай-яй-яй, а вот фильтры на противогаз кончаются. А как подняться наверх, я до сих пор не понял. А, вот вижу лестницу. Я немножко слеповат, так что сорян. Хорошо. Так, осторожно, главное не упасть сейчас. Надо как-то вот тут аккуратненько выйти. Хорошо. Отлично. Что это за тварь какая-то? Ладно. Блин, прикольно, прикольно. Тут все такое замерзшее. А как тут наверх подняться? Я не могу выпрыгнуть здесь. Компас показывает, что надо идти в другую сторону. Так, вот здесь есть подъем. Хорошо. Странно, что я его раньше не заметил, кстати. Он достаточно очевидный. А, вот еще есть ступеньки. Ай-яй-яй. Меня тут уже ждали.
Так, сорян, мужики, я не хотел вас убивать, но так получилось. Сами виноваты. Куда дальше? Так, тут тупик, наверное, куда-то туда надо. Так, я тут постараюсь просто пробежать. Не буду никого убивать, он там пусть сам разбирается. Нет, это так не работает, мне похоже надо вон туда вылезти. Так, теперь сюда, наверное. Тут какая-то дымка. Так, противогаз. Хорошо. Блин. Фильтры тратятся. Эй, там вроде кто-то. Так, что так, это? Надеюсь, не заметил. Интересно, что это там? Надеяться на это, конечно, глупо кто-то достаточно. Но я не могу никак его обойти, что? Не убив. Кто здесь? Кто? Так, могу быстренько сюда пробежать? Хорошо, не заметили. Эй! Кто здесь? Там вроде... А? Ай, блин, я его не заметил! Красные! А, это походу фашисты. Если они там кричат, что напали красные, значит это фашисты, и я могу их убивать. Ай-яй! Я понял, слишком резко вышел. Да куда ж ты так прям вылез? Хорошо. Несем потери. Умер. Я его прикрою. Солдат теряет. Сам ты, сука, еще и красный, я не красный. Я обычный. Хорошо. Тут со всеми разобрался. Так, тут вроде как ты ничего его, полезного. Что? Где? Откуда? Что? Где? Откуда? Откуда сам знаешь? Так, тут ничего. Ясно. Видит его кто? Я нет. Я тоже. Прячется по кругу. Где они кричат там? Эй, рот красный! Выходи! Тогда не больно убьем! Ой, слишком много пиздишь, знаешь? Урод проклятый! Я только даже не вижу, где они. Так, тут, наверное, надо выходить вот здесь. Вот же... Я так полагаю. Только я сначала поубиваю. Найду. Точно найду. Ничего найдется. У меня на мутантов чутье. Ну, прыгать здесь такой себе вариант, а я могу вот здесь пройти. Тревога! Враг! Что? Где? Откуда? Хорошо. А дальше, блядь, куда? Сюда наверх я никак не могу взобраться. Нет, не могу запрыгнуть никак. А вот здесь есть еще подъем. Блин, что же я так туплю? Но тут я все равно никак не могу выбраться наверх. Ладно, я пытаюсь тогда, может быть, спрыгнуть вниз и вот наоборот вниз спуститься. Не спеша, пошли дальше. Может быть, так надо. Да, наверное, так надо. Твою мать. Сука красная! Нашего убил! Твою мать. Вот это меня там встретили, конечно. Тревога, брат! Что, где? Откуда? Выходите по одному. А откуда сам знаешь? Что, где, откуда? Попробую с этой стороны. Мне кажется, здесь обзор пошире будет. Вон там, вижу. Вышел один. Так. Нашего подстрелили! Где остальные? Вот еще один. Меняю
Еще? Остальные где? Вон там вижу. Есть. Ты, сука, там еще не умер? Хорошо. Вроде бы всех убил. Ни на ком не вижу, чтобы они были в противогазах, чтобы можно было забрать себе фильтры. Так, что тут? Опять поменять фильтр? Надо будет затариться ими, потому что, как я вижу, они очень быстро тратятся. Что-то там кричат, тревога, еще что-то. А сами тупо прячутся. Блин, противогаз разбит. Плохо, плохо то, что противогаз разбит, это мешает обзору. Но здесь я вроде бы могу без противогаза ходить. Или нет? Нет, не могу без противогаза, я понял. Хорошо. День Победы. Это пометка красных. Ну, я здесь больше не вижу никого и ничего, так что я просто выхожу тогда. Да, просто вон там выйду сейчас. Других вариантов, куда идти, я не вижу. Компас показывает, что надо куда-то вон туда идти. Монстров не вижу. Вон там вижу, фашисты сидят. Там еще летающие ублюдки есть. Надо бы как-то не попадаться им на глаза лишний раз. Хорошо. Так, они там перестреливаются с монстрами. Так, иди с монстрами перестреливайся, от меня отстань-то. Хорошо. Так, давайте пытаюсь быстренько пробежаться, пока они там с монстрами воюют. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Я вот пробежался, а куда дальше, я не понимаю, так что не сильно мне эта пробежка и помогла. Ай-яй-яй. Суки со всех сторон стреляют. Хорошо. Ну, хорошо, что хотя бы вот эти суки пока что мне ничего плохого не делают. Мне куда-то вон туда надо, по ходу дела. Попытаюсь вот здесь пробежать. Вот тут какой-то типа проход вижу, да, хорошо, отлично. Что? А, теперь это конец миссии. Ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Так, хорошо. Началась следующая миссия. Кто идет? Эй, урод красный! Выходи! Тогда не больно убьем! Опять слишком много они говорят. А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Да, положение об этом ухудшилось. Потом. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. А, вот, возьми. Что он мне Я дает? Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. Что это за пушка? Это что-то полезное или что-то такое себе?
Это какой-то автомат с глушаком. Ну, это полуавтомат, типа. Только из-за того, что он с глушаком, может быть, даже и стоит взять. Да не. Мне все же дробовик может быть нужнее. Не буду заморачиваться по поводу стелса, ладно. Так, куда мне идти? Тут тупик, оттуда я пришел. Значит, надо пробираться где-то вот здесь и попытаться не зацепить вот эти штуки, которые сильно... Блять, ненавижу растяжки. Ладно, ладно, все хорошо. Очень плохо, очень сильно побит противогаз. Я ничего с этим сделать не могу, прям очень сильно побит. Очень плохо все видно. Да-да, по стелсу не получается, так что сорян. Это фашисты, фашистов я могу убивать по ходу дела. Вон там очень светло, там где-то, наверное, кто-то есть, но я ни хера не вижу. Из-за того, что засвечивает глаза. Нет, там ни хера не видно. Оттуда еще стреляют. Ну, с этим я разберусь. Хорошо. Стой, контактный рельс под напряжением. Я понял, выход туда. Спасибо, конечно, но я все же взгляну, что здесь. Может быть, конечно, и не стоит этого делать, но... Так, там еще фашисты есть. Кто меня увидел? Где? А, понял, уже вижу. Как же их там много. Ладно, пойду посмотрю там, где табличка «Выход». Может быть, там действительно просто выход есть. Та же история. Как работает генератор? Ага, тут генератор есть, хорошо. Все на соплях, ржавая хреновина. Приставь к нему охрану. Тоха, Косой, сюда, смотрите за генератором. Если я вас поймаю за картами, вздерну. Блин, надо было все же, наверное, взять ту пушку с глушником. Кто где меня увидел? Почему идет этот звук, будто бы меня видит? Выключу свет. Там их только двое, и вот здесь один. Я могу вот так сзади тихо подойти и убить его. Кто здесь? Убить. Короче, я пока искал кнопку, как его втихаря убить. Понял, что проще просто выстрелить. Не получается мне по стелсу. Да, да, не больно убьете, конечно. Как скажете. Минус один еще. Высокое напряжение. Вот здесь где-то генератор. Вот и генератор, да? Похоже на то. Умри, сука. Так, еще минус один. Там меня уже ждут.
Ну где эта свинья зарылась? Я не то чтобы тихо... Прикройте, я пустой! Тихо иду. Неудивительно, что меня ждут. Теряем солдат! Солдат теряем! Да я понял, не орите. Это хорошо, что вы теряете солдат. Потери у нас, потери! Отлично, еще минус один. Ну, коммуняка, ты допрыгался! Сам ты коммуняка. Потери! Задрал. Что одна, что вторая идеология дебильные. Что коммунизм, что фашизм. Хорошо. Я да? Чё ты тут разорался, я расстрелялся. Вот, получи, и все хорошо. Так, надо бы аптечку заюзать, на всякий случай. Зачем я вырубал генератор, если они один хер пользуются газовыми лямпами? У них как бы в любом случае достаточно света. Или, возможно, я это делал, чтобы какие-то машины не выезжали на меня. Для пастухов и их псов. В начале начала, когда... Много пиздишь. Блять, нихера не вижу. Они когда засвечивают, абсолютно нифигашеньки не видно. Потери! У нас потери! Не ори сильно. У нас потери! Потери! Нашего убил! Так, вот там еще один вижу. Держи, коммуняка! Стоп, я понял. Вовремя заметил. Да, патроны, конечно, быстро тратятся. Куда дальше? Вон туда, на свет. Почему все такое красное? Хорошо, противогаз нормальный нашел. Отлично. Теперь я, по крайней мере, вижу, куда я иду. Хорошо. Где я теперь? Артём, все слишком тихо. Ты это сделал. Залезай сюда и передохни. Ну окей. Вроде бы все хорошо. Скоро мы будем в полисе. И что это? Конец миссии, да? Да. Это не просто мутанты, поверь. Или нет? Это что-то новое. Что-то страшное. Страх. Какая-то новая катсцена. Что? Почему я в какой-то яме или что это? Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо своих, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Что? Что он делает? Беги, Артём, беги! Что это только что было? Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Что это было только что? Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь
Судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Я ничего не понял, что только что произошло, но я думаю, что в дальнейших миссиях нам это объяснят. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забывайте ставить большие пальцы вверх и подписываться на канал. Пишите ваши комментарии. И увидимся завтра. Всем пока.